Добрый вечер, уважаемые односельчане. Я хочу от всей души поздравить вас с Днем Великой Победы. В этот весенний день нам вся, можно так сказать, не то что сказать, а точно, это вся наша страна радуется мирному небу, независимости нашей страны, которая досталась ценой невероятных усилий тех людей, которые пережили эту войну. День Победы по праву является, наверное, самым значимым, самым грандиозным, самым лучшим праздником для всех нас. И в преддверии 73-й годовщины Великой Победы я хочу поздравить вас всех, пожелать вам всем мирного неба, здоровья, счастья, долголетия и низкий поклон тем ветеранам, которые прошли через эту войну. Праздник. Спасибо огромное.